Более 1100 безработных граждан стоят на учете в Люберецком центре занятости. По сравнению с 2016 годом, количество официально нетрудоустроенных уменьшилось на 480 человек. С чем связано некоторое снижение уровня безработицы и какие вакансии остаются наиболее востребованными, узнавала наш корреспондент. В минувшем году более 4000 безработных граждан стали на учет в Люберецкий центр занятости. Большая часть из них, а это порядка 2800 человек, решили вопрос с трудоустройством. Кроме того, сотрудники учреждения помогли найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья. По словам директора центра занятости Станислава Вдовина, такая положительная тенденция связана с открытием новых предприятий. Порядка 1300 рабочих мест было создано только в городском округе Люберцы. И плюс в других округах, поэтому рабочие места все оборудованы современной техникой, и зарплаты более-менее нормальные стали. Средняя заработная плата в Люберцах, согласно данным Центра занятости населения, составляет 56 тысяч рублей. На территории обслуживания казенного учреждения работает порядка 220 средних и крупных предприятий. И учитывая то, что у нас близость к Москве, где у нас порядка 40% работает именно на предприятии города Москвы, поэтому для Люберецкого района это на сегодняшний день достаточно. Хотя, конечно, у нас есть потребность в работниках. Наиболее востребованными считаются профессии, связанные с производством и строительством. Как и прежде, в городском округе есть потребность во врачах, педагогах и воспитателях. А самые недефицитные вакансии – это сотрудники полиции, пожарные, охранники и сторожи. В 2017 году представители этих отраслей искал всего 1% работодателей. Луиза Егазарян, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.